площадка баскетбольная. Свинарник. Там вон корпуса. Не знаю, охраняется ли нет. Ну, вроде бы, когда вон там где-то дом со сторожами. Рябинка. Ворота одинокие стоят. Ни забор, ничего. Объект хранит собаками. Я на камеру я не вижу. Там, наверное, дядька охранник сидит. Сейчас выйдет нас. Отругает. Когда тут катались и веселились дети. Турнички. Там качельки. Машина он стоит. Туалет у них на улице, да. Корпуса. Вот тут такие крыши у них эпичные. Стекла все целые. Да. Ну, потому что он охраняется. Здесь, наверное, раньше линейки у них были. Турбаза такой же, типа, игроки. Эпичный дядька Ленин. Мангалова. Угу. Тут детишки пили водку, ели шоки. Да, столовая. Да, ест чего-то. Стена чего-то. Крышу он сломал. Угу. Дядьки сторожа там. Столовая. Ребята, давайте есть дружно. Столовая с Свастёна. Пойдем в окошечко посмотрим. Все уже зарастает, разрушено. Пустота. Какая-то мастерская. Да. Тут когда-то жили собаки. Даже какое-то у них тут письмо есть. Охраняется собаками. Заколочено, стекла выбиты. Залазов нет, так как все охраняется. Тут такие звери живут. Здесь вот есть печка, кровати. Тут лежали больные дети. Весы. Изоляторы. Страшные надписи. А здесь выращивали детей мандрагор. Пищали они. Не знаю, что это было.
Вот тут раньше дети делали, играли. Здесь живет дядя Ленин. Уходим, уходим.